Утром 30 января 1914 года по Самаре распространился слух о самоубийстве корнет 5-го Александрийского полка графа Ильгестрома. Вскоре слух этот подтвердился. Стали известны и некоторые обстоятельства происшествия. А мы с вами на Александровской улице и говорим о том, как она жила 110 лет тому назад. Смотрите программу «Город. История. События» на телеканале «Самара ГИС».